Ну, вообще, через 5 минут должны уже выходить ребята из Gala Dance. Но я все равно какое-то время вас отниму. У нас немножко поплыл график, прежде чем мы начнем с вами танцевать. У меня выступление, посвященное тому, о чем сегодня говорили все спикеры. Ну, или нативно говорили, не напрямую, либо я спрашивал про это. Кто-то, может быть, слышал, что я намеренно задавал вопросы. Сколько часов в день ты работал, прежде чем достиг результатов? В каком возрасте ты начал зарабатывать деньги? И так далее. То есть выступление про возраст 12, 13, 14, ну, может быть, 15 лет. Про возраст, когда... Нет, давайте по-другому начну. Я работал в одной компании директором коммерческим. У меня было достаточно большое количество сотрудников, больше 200 человек, и это были продавцы. А в продажах достаточно все очень просто. Чемпионов видно сразу, кто больше всех денег приносит в компанию, кто самое первое место в рейтингах занимает, кто больше всех продаж сделал. В общем, чемпионы очевидны. Очевидны, кто эти люди. И мне как-то захотелось найти что-то общее в них, в тех людях, которые занимали первые места. И я искал, наверное, полгода, потому что это вот мальчик, это девочка, этот человек за 60 лет, этому 25. То есть вроде все разные, этот такого роста, этот такого... И ничего общего найти не мог, но потом нашел. Мне показалось, что у этих людей было какое-то непростое детство у всех. Ну, непростое. Что-то такое происходило в детстве, как раз вот в возрасте 12-15 лет, когда они начинали что-то преодолевать и закаляться. И вот у меня как раз было 10-летие работы в компании. Я их всех пригласил. Ну, точнее, они мне подарили большой торт такой, там, с танчиками торт, на котором было написано «Комбат 10 лет». Вот, и я пригласил всех этих людей попить чай, чтобы этот торт мы съели. Были одни девушки тогда, вот в тот месяц были одни девушки чемпионами, или женщины, или девушки. И мы с ними разговаривали, пили чай. Мне, в общем-то, по кайфу, честно говоря, находиться в женском коллективе, поэтому они ухаживают за мной. Это фотография прямо с того вечера, когда мы сидели. Часть из них сейчас опять со мной работают, но уже в другой роли немножко, да? И вот мы сидим, я говорю: девочки, я знаю, почему такие крутые. Я вот полгода думал, смотрел, про вас, про всех что-то знаю. Мне кажется, что... Ну, они, естественно, спрашивают, почему вы такие крутые, почему? Я ем торт, они едят торт, все достаточно дружелюбно происходит. Я говорю: мне кажется, что у вас детство какое-то тяжелое было. Ну, что-то такая ситуация в детстве была, какая-то на преодоление, которая сделала вас сильной по жизни потом. Такая тишина, они едят торт. Слышишь, пошел ты, нормальное детство у нас было, все у нас было хорошо. Я говорю: не, ну подождите, давайте поразбираемся. Вот, ну вот девушка одна на первом ряду сидит, не буду показывать пальцем. Я говорю: вот ты жила одна, ну точнее с мамой, без папы. Так получилось, что была такая семья, папы не было рядом. Вот, и у тебя еще младшая сестра, а мама работала нянечкой в детском саду. Ну, такая небогатая семья, в начале 90-х жили. Понятно, что нянечка в детском саду – это не самая высокооплачиваемая работа, еще папа рядом нет, сестра младшая. Я говорю: ну так-то непростое детство было. И она говорит: самое лучшее детство у меня было, Максим Валерьевич. Ну что, все было ништяк, все было отлично, лучшее детство и не могла себе представить. Я говорю: хорошо, хорошо. Вот девушка стоит, которую я обнимаю, Аня зовут ее, в Санкт-Петербурге сейчас живет. Я говорю: Аня, у тебя было... Ну, она четвертая сестра, точнее, она первая сестра, у нее четыре сестры, их четверо. И я говорю: ты старшая сестра, которая с 12 лет, по сути, воспитывала, ну, своих младших сестер, потому что родители в ансамбле «Песни и пляски», они родили быстро четыре девочки и поехали плясать, танцевать, вот, по всей стране гастроли. А Аня, значит, как старшая, с 12 лет выполняла родительскую роль. Вот, я говорю: Аня, ну, непростое детство-то, непростое, ты как-то вот закалялась. Она говорит: знаете, как интересно было, весело. Вообще все очень круто было. Поэтому, говорит, нормальное детство, всем бы такое. Еще одна девушка. Я говорю: подожди, вот давай про тебя. В 93-м году, когда был развал Советского Союза и гонение русских людей в одной из... Ну, точнее, Таджикистан. Из Таджикистана бежали родители под пулями просто, когда революция случилась там, и русских убивать начали. С тобой на руках они... перебежали границу там, через колючую проволоку, через эту, поселились в Тульской области, в доме, где крыша протекает, в заброшенном, на самом деле, и 2 года не могли делать российское гражданство. Я говорю: у тебя тоже самое лучшее детство было в детстве? Она говорит: самое лучшее. Самое лучшее. Тогда я понял, что, наверное, вот эта вот моя находка,
Ну, то, что действительно все эти дети, а точнее, все эти взрослые люди, которые добились в жизни успеха, она что-то значит, что это правда. Потому что если вспоминать, ну, детство ваших родителей, допустим, в основном, да, или мое, тем людям, которые сейчас делают страну сильной, оно пришлось, как правило, там, на начало 90-х годов. Я называю поколение наше случайно выжившие дети, знаете, вот так вот. Ну, потому что развал Советского Союза, это мы блазили по стройкам, что-то там, били друг другу морды, на цепях бились, жгли костры, арматурами дрались, гудроном каким-то поливали друг друга, карбид бросали в лужи. И, ну, так вот, так у нас детство прошло, и поэтому мы такие все лихие. И никто, все выжили, все нормально, все считают себя адекватными людьми, но каждый в чем-то закалился. Допустим, я начал работать в 13 лет, первые деньги получать, и когда мои одноклассники... Все ездили, ну, в 13 лет к бабушкам и дедушкам летом. Я красил огромный забор, такой 5-километровый, вокруг завода все лето. Вот черной краской красил, потом приходил. Да я не знаю, Наташа, стоит хлопать за это или нет. Это нормальным считалось, нормальным, да. Деньги там половина оставил себе, половина родителям, все круто. Но почему это произошло? Потому что у меня мама и папа бюджетники, а тогда бюджетникам не платили зарплату просто по полгода. И у меня была такая сцена, когда мама папе дает полстакана риса, и ну, я случайно увидел, и говорит, у нас нечего больше есть. И магазинов нету. Ну, военный городок, папа военный, мама учительница. Магазинов нету. И я начал работать, да, из-за этого, из-за этой сцены, что увидел. То есть, наверное, вынуждена, ну, может быть, недобровольно. И то, что там родители ваши на дачах сажали картошку и тогда это все. Это была норма, да, самим все еду выращивать и все остальное. Но это очень сильное поколение таких стойких людей, стойких, которые сейчас по-настоящему меняют страну. И дальше я начал думать, ну, понятно, все эти девчонки хрупкие, да, и Валентина Михайловна, женщина, которая взрослая здесь, они действительно компанию много раз спасали из кризиса. И в 2008 году они всегда... Даже когда дует холодный ветер, если взять метафору, идут в гору ледяную, и они никогда не останавливаются, потому что для них является это нормой, вот такой образ жизни. Вот как для Сергея Чернышева, который просто, он так живет, он просто хреначит по 6 часов в день, по 4, когда все отдыхают. Это норма для него. Но удивляться то, что он стал олимпийским чемпионом, нельзя, потому что это все разумно, вот это все логически, он просто больше всех работал, и он себя закалил. Закалил. Да, и вот эти люди, которых что-то было, вот, начиная с 12-13-14-летнего возраста, они являются успешными потом в жизни, что самое удивительное. Сейчас я уже года 4 общаюсь с большими людьми, с предпринимателями, руководителями. Моя целевая аудитория, окружение в основном это управленцы. Да? Управленцы, люди, которые руководят компаниями, либо сами свои бизнесы создают. И когда с ними начинаешь говорить про это, потому что начал исследованием заниматься, исследованием. Всех находится какая-то история на преодоление как раз вот в этом возрасте. 12, 13, 14, 15 лет. Если детство проходит розово-конфетно-шоколадное, и ребенок не научился, или подросток, давайте скажем так, не научился себя закалять, то я не видел ни одного успешного примера, чтобы он стал миллионером, бизнесменом или каким-то состоявшимся человеком. Я не встречал. Не встречал. То есть все начинается именно в том возрасте, в котором большинство из вас сейчас находится. И нужно намеренно идти на проблему, намеренно зарабатывать деньги, вот, раздавать листовки, как Ярослав Святославский нам рассказывал. Вы знаете, ну вот есть примеры, допустим, Роман Аркадьевич Абрамович, это один из самых богатых людей России, сейчас он живет в Лондоне. Он вообще был сирота и вырос на Крайнем Севере в городе Ухта. И есть в его книге, точнее не в его, про него есть книга «Принцип Абрамович», такая сцена, когда в 13 лет, когда ему было 13 лет, в город Ухта приехал американский кинотеатр какой-то, где показывали фильм про какого-то миллионера, там яхты, женщины, деньги там разбрасываются и так далее. И вот его одноклассники рассказывают историю. Мы пошли вместе с Ромой, значит, в этот самый, в кино. И потом выбежали все, фильм посмотрели, начали играть снежки, дурачиться. Он говорит, один грустный выходит такой. Они говорят, Ромка, пошли с нами играть в снежки. Он говорит, ребята, я когда-нибудь буду жить так, как этот человек из фильма. Ну и, в общем-то, он стал таким человеком, которого он себе представлял, которого он видел, это был для него живой пример.
И в этом тоже ничего удивительного нет. Просто он принимает по-другому решение, вот, фокусируясь на своей мечте. Это другая вещь, про которую я хотел сказать. Первая – это закалка, да? А вторая все-таки – это большая мечта. Я скажу, что сегодня начинался наш день с выступления Екатерины, очень качественного, интересного, она мне очень понравилась. И она говорила: я не верю в большие мечты, я верю в небольшие мечты. Давайте их с вами, понятные шаги, техника простых понятных шагов, простых задач, и мы с вами потихоньку-потихоньку придем к большой мечте, в конце концов. А я верю в большие мечты, у нас же много разных мнений может быть. И вот, допустим, у этого человека, который на фотографии, этого тоже, у Романа Абрамовича, да, у него была большая мечта. Арнольд Шварценеггер, это, я не знаю, знаете вы его или нет, это кумир моего детства. Ну, наверное, все-таки он бессмертный, да? Ребят, знаете Шварценеггера? Знаете, хорошо, знаете. Книгу недавно про него прочитал, «Вспомнить все», называется книжка, очень крутая. Он с 13 лет, просто не поднимая головы, работал над собой, тоже занимался спортом, вот как вот Сергей сегодня рассказывал. И у него висел плакат, самый сильный человек, я не помню его фамилию, на которого он ориентировался, и он в итоге его побил потом и стал мистер Вселенная. Да? Мистер Вселенная неоднократно побил все рекорды. То есть у него была большая мечта, он начал с 12 лет работать над собой, и в итоге он ее достиг. Даже больше. Однажды я слушал выступление Уилла Смита, это американский актер, очень... мне симпатичный лично, да, был бизнес-форум, и он рассказывал там про свое детство, как его папа заставлял его и младшего брата его в 13 лет, летом тоже они приехали на каникулы, а папа заставлял их из глины возводить стену. Он говорил: ребята, вот заготовка для кирпичей, давайте, делайте кирпичи, пусть они высыхают на солнце, и мы будем возводить стену здесь. Вот здесь вот будет стоять стена. И говорит, мы с утра до вечера эти кирпичи делали, возводили стену. А потом, говорит, я в конце лета смотрю, стена стоит, и сделал сам. Но что произошло этим летом? Отец ему сказал, что ты видишь, сынок, ты сделал стену? Он говорит, да. Он говорит, ты говорил в начале лета, что это невозможно. А ты видишь, оказывается, возможно все. Верь в себя. И вот это отец подарил ему тогда. И веру в себя. Потому что когда Уилл Смит побил все рекорды кассовые за фильм «День независимости», и папа увидел это в газете, уже старенький, позвонил ему, говорит, плакал и говорил: сынок, помнишь, я тебе говорил, что все возможно? И он вместе с ним тоже плакал. А я хотел быть путешественником и сниматься в кино, представляете себе? И мне говорили, что таких нет профессий, путешественник. Путешественник. Я говорю, подождите, у нас такая передача была. Клуб кинопутешественников назывался, Сенкевич. Мне даже мама говорила: слушай, сынок, он один такой, а других нету. Но я сейчас оглядываюсь, если ваши родители, наверное, наверняка знают на себя самого. Но я еще тот путешественник, да, 200 перелетов в год по всему миру и выступления. А кино, наверное, вот видеоблог, который у меня есть в YouTube, скорее всего, там я себя реализовал. Хотя еще все впереди. Возможно. И значит, самое интересное, я говорю всегда о том, что любая живая система, она похожа друг на друга. Живой системой может быть государство, школа, социум, коллектив, семья, человек, страна. Страна, я уже сказал, государство, да? Компания, допустим, в которой работает. И есть такой философ бизнесовый, зовут его Насим Талиб. У него есть такая философия, называется она антихрупкость. И недавно я понял, как его антихрупкость связана с тем, что я рассказываю. То, что система, которая всегда, особенно в раннем возрасте, начинает подвергаться каким-то ситуациям на преодоление, становится антихрупкой, то есть более устойчивой. Допустим, такая страна, как Сингапур, да, у которой вообще нет никаких ресурсов. Именно из-за этого они в свое время с помощью тяжелого такого серьезного правителя нарастили экономику почти в 47 раз и является одним из хабов центральных в Азии и очень крутой страной. Наверняка кто-то из вас был там или еще будет в Сингапуре. То же самое касается там какого-нибудь древних финикийцев, у которых вообще не было ресурсов. Именно потому, что у них не было ресурсов, они начали строить корабли для того, чтобы начать заниматься торговлей. То есть это их сподвигло к тому, чтобы стать одним из самых великих государств вообще того времени, да, древние финикийцы. В общем-то, можно говорить много про такие вещи. Это называется закон сверхкомпенсации.
когда ты чего-то недополучаешь, да, и из-за этого ты еще больше шевелишься, из-за этого ты за себя заставляешь делать что-то, вот, тогда потом по жизни как-то так получается. Закон сверхкомпенсации, если ты не остановился, к тебе возвращается, и ты становишься успешным. К чему я это все говорю? Надо работать. Да, надо работать, начиная с раннего возраста, и не стесняться этого, договариваться об этом с родителями, потому что один из тех героев моего видеоблога, который за последний год вышел, ему 25 лет, молодой предприниматель совсем, вот, как Виктор, который здесь выступал только что. Он говорит, представляешь, я начал работать там в 15 лет, а некоторые начинают работать после высших учебных заведений только, после вузов. То есть они реально, я к тому времени, когда они выпустились из вузов, уже 7 лет работал, 7 лет. Представляешь, у меня какой запас времени и какое конкурентное преимущество. Можно не работать, но надо закалять себя спортом тогда. Ну или идите в активные продажи. Это тоже очень хорошо закаляет. Если вы научитесь активно продавать где-нибудь на стажировках, если у вас будет возможность на каникулах туда пойти. В общем, друзья, нужно намеренно заводить себя в так называемую зону некомфорта. Некомфорта. И ну, есть такая пословица: плохо сейчас, хорошо потом. Да. Чем хуже будет ситуация, которую вы сами себе придумаете, тем вы более крепким станете. Главное не опускать руки, не сдаваться и всегда идти только вперед. И надо иметь мечту все равно, большую, волосатую, красивую, улыбчивую, мохнатую мечту, которая будет вас манить. Я считаю, что большая мечта должна быть, потому что примеры и Абрамовича, и Шварценеггера, и Вилла Смита, и даже там, мой пример, хотя я понимаю, что мне далеко до этих людей, да, они говорят о том, что в конце концов ты доходишь до этой своей мечты, свизуализированной когда-то в детстве, придуманной, и в итоге становишься, может быть, даже номером один. Так что, друзья, я желаю вам стать номером один. Спасибо.